Привет всем! Сегодня обзор из магазина «Светофор», который находится по адресу город Ульяновск, проспект Академика Филатова, дом 1. Скатерть термостойкая, на нетканной основе. Размер 110 на 140 сантиметров. Расцветки в ассортименте. Цена 134,50. Салфетки универсальные из микрофибры. В упаковке 5 штук. Размер 30 на 30 сантиметров. Цена 49. Бумага для выпечки. Рулон 30 сантиметров на 30 метров. Бумага не пригорает и не прилипает к поверхности, тесту и форме. Цена 35 рублей. Ваза для мороженого или сахарница. Диаметр 11 сантиметров. Сделан из натрия кальция силикатного стекла. Цена 40 рублей. Сковорода с антипригарным покрытием. Диаметр 24 сантиметра. Производитель Россия. Очень легкая. Цена 158. Тарелка обеденная. Диаметр 24,5 сантиметра. Состав опаловое стекло. Цена 58. Натуральный цветочный мед. Производитель Алтайский край. Вес 1 килограмм. 164,50. Пшено. Вес 1 килограмм. 33,50. Сухой завтрак из кукурузных хлопьев. Не требует варки. 400 грамм в упаковке. 36 рублей. Кофе натуральный растворимый с добавлением молотого. Упаковка 200 грамм. 134 рубля. Морковь пикантная, маринованная со спаржей. Масса 500 грамм, 57 рублей. Сухарики кириешки. Есть разные вкусы. Ветчина и сыр, салями, бекон, холодец с хреном. В упаковке 200 грамм, 31 рубль. Мармелад желейный, формовой. Можно посмотреть состав. Упаковка 500 грамм, 45 рублей. Лосось тушеный с добавлением масла. Банка 220 грамм, 53 рубля. Чистящий порошок сорти лимон. 400 грамм, 19 рублей. Белизна. Объем 3 литра. 31 рубль. Влажная туалетная бумага. Не содержит спирта. 80 штук в упаковке. Цена 36. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам большое за внимание. Буду рада подпискам и лайкам. Всем пока-пока!